Маяковском фестивале «Радость» у нас предусмотрено много мероприятий для разных, я бы сказала, возрастов. И такое первое мероприятие произойдет уже 14 октября, в день Покрова Божьей Матери, и в миру этот день называется Днем Матери. Поэтому мы тоже не остались в стороне, мы приготовили концерт, поздравления. И в 15:00 мы приглашаем вас во Дворец культуры железнодорожников в Нижнюю гостиную для наших поздравлений с сюрпризами и подарками. Мы приглашаем мам и бабушек, будущих и настоящих. 16 октября встреча со священником в 18:00, там же в Нижней гостиной. К нам из Москвы приедет иеромонах Макарий Маркиш. И 17 октября в 18:00 в Нижней гостиной ДК железнодорожников состоится встреча с еще одним известным батюшкой, отцом Андреем Логвиновым, поэтом, членом Союза писателей России. Приглашаем на наше мероприятие. По 19 октября в городе Минске по 20 железнодорожников проходит православный фестиваль «Радость». Он проходит по благословению митрополита Павла. Вот. Здесь съехалось много монастырей, храмов с разных уголков России, Украины, Сербии. И также Минский Свят или Известинский монастырь. Люди приехали поделиться своей радостью, которую Господь дает им в сердца, когда они молятся, когда они живут жизнью с Богом. И вот эти изделия мастерских, которые представляет монастырь на выставке, они сделаны с любовью, с молитвой. И люди, приобретая их, они созидают монастырь, созидают свои души, свои отношения с близкими. На выставке будут проводиться мастер-классы. Каждый день будут представлены разные мастерские. И вот кто приходит, могут поучаствовать в этом мастер-классе, могут научиться чему-то, чему учит мастерская, мастера, которые будут непосредственно заниматься с вами именно вот этим вот делом, которым занимается мастерская. Вот вы что-то сможете сотворить своими руками. Мы представляем кузнечную мастерскую, которая располагается под покровом Елизаветинского монастыря на мужском подворье. Хотелось бы поделиться с окружающими людьми тоже этими счастливыми и радостными моментами. Вот. Один из таких моментов вот у меня сейчас в руках, такой очень классный позитивный гвоздик.